Забирай концовку. Концовка. Вадик, Вадик. Секунда, надо зарыть. Куда ты зарыть? Синий, протри угол. Третий раунд. Давай, Вадик, давай, давай, забирай. Бок. Сразу рядом. Бок. И в ту сторону опять шагает. Ближе, ближе, ближе. Там пойдет, там пойдет. Хорошо, хорошо. В Магадане состоялось открытие юбилейных 50-х всероссийских соревнований по боксу класса А памяти олимпийского чемпиона Валерия Попенченко. Родился спортсмен в семье военного летчика. В 12 лет начал заниматься боксом. В 1955 году выиграл чемпионат СССР среди юношей. Погиб 15 февраля 1975 года. В соревнованиях, которые посвятили памяти Валерия Попенченко, приняли участие спортсмены 25 субъектов России в возрасте от 19 до 40 лет. С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Магадана Юрий Гришан. Всем с праздником и хороших, честных боев! Соревнования также посетил советский и российский боксер, тренер и почетный гражданин Магадана Александр Лебзяк. Он пожелал спортсменам удачи. Кроме того, отметил, для того, чтобы достичь успехов, нужно любить свое дело. Также очень важна целеустремленность, умение поставить цель и идти к ней. Ну вот, во-первых, я пожелал им бы здоровья, целеустремленности, как бы в любви к своему виду спорта и ставить себе грандиозные цели и потихоньку идти. Потому что без достижения каких-то определенных целей, конечно, ну, тяжело будет в жизни. И я всегда говорю, знаете, есть такое выражение, если что-то в жизни не клеится, брось клей, возьми гвозди, забей на все и живи счастливо. Соревнования продлятся до 1 мая. В них примет участие порядка 120 спортсменов. Организаторы турнира – Департамент физической культуры и спорта Магаданской области и Федерация бокса.